Программа действует с 2010 года. За это время сотни детей получили свое жилье. В Бузулуке квартиры сдали с внутренней отделкой, установленной сантехникой и газовым оборудованием. Недалеко от дома детский сад. Семья Бакташевых уже записала туда дочку. Кстати, новоселье совпало с праздником маленькой Нины. Сегодня ей исполнилось полгода. Не ожидала, что так будет хорошо, просторно, все так комфортно. Очень рада вообще. Для семьи это самое главное, что начать новую, как говорится, жизнь в новой квартире, и это очень огромная помощь. В Бузулуке еще 100 детей-сирот ожидают свое жилье. По плану до конца следующего года свои квадратные метры должны получить 25 человек из этой социальной категории. С учетом того количества квартир, которые дается, мы видим, что очередь очень быстро движется. Это очень хорошо, потому что понятно, что квартира, она, конечно, нужна в начале жизни, в начале становления семейной жизни. Добавим, что контроль за выполнением этой программы осуществляет лично губернатор области Юрий Берг.